Цялата династия са новото царство и по това време е бил построен този храм. Тук започва неговото строителство по времето на Мехотеп III и завършва при Рамзес II. Так. В рамката ми находи се част, называется на иероглифи Ебетресит. Ебетресит – это значит Южни дом Делия Амун-Ра. Ебетресит или Южния дом на Амон-Ра, защото храма Карна, който е тук на 3200 метра под тази алея, е нормалният дом. Този е Южния дом. Да. Теперь посмотрите на аллея сфинксов, которые перед вашими глазами, которые соединяются вот эти два храма. Двата храма са свързани с алеята на сфинксовете. На тази алея има 730 сфинкса, по 365 от 200 сфинкса, за всеки ден от годината, само за високосна година няма, за 29 февраля няма. Ние узнали, вот эта алея сфинкса била построена во време 30-ти династии фараони го зовут Нефтинепо. Нехта не бил 300 династия фараона, по времето на който е построена тази алея на сфинксовете. През всеки храм имало два обелиска. Се виждат и двата обелиска. Но един е в момента се намира на площад Конкордия в Париж. Това е подарък на французите и там е вече почти 200 години. Да, Мохамед Али, тишица, възможност да... Трябва да втората статия по-нагоре на стената е образът на Рамзес II. Седит на трон Египта и перед него там има люди и на его генерали. Египет и пред него има по-малки фигури, това са неговите генерали. Они решават сколько солдати надо, сколько ни ехат, какой дороги, так и так и так. Определят стратегията на вода на войната. Това всичките тези рисунки тук се отнасят за войната Казиш, която най-дългата война вода на Рамзес II продължила 9 години. Сам интересни, катери на тези страни, перед вашим глазами, здесь Рамзес II на его военни карета. Тук виждате горе точно над втората статуя. Рамзес II на военна карета. Рамзес II на каретата. Рамзес II вам показал себя на этой стене, как он такой великий военный человек. Но он себе показал, сколько велик военен е. Он стреляет. Той стреля, но това са поводите. Поводите на... Вложит, на его карета через его... Поводите на... Поводите на... каретата са му зад кръста, така че е обикновено. За карета са нужни двама. Един да управлява, един да стреля. А той го прави това нещо самичи. Сейчас лица, которые мы находим сейчас, это первый открытый зал, который был построен во время Рамсеса II. Поэтому между колонной, как видно, такие ставки для Рамсеса II. Първият открит двор или открита зала е построена от Рамзес II. След нея има колонна зала, построена пак от него, а по-нататък са по-старите от времето на Мехотеп III. Тук това нещо е било закрито до началото на 19 век е било закрито, било с пясъци покрито до това ниво, което виждате отреща. Което виждате там кафявата врата, това е входа, официалния вход на джамията отгоре. Но в последствие, когато почват да разкриват тук всичко, този вход става вече
не използваем, след като нам даде светла височина. И затова правят отвън се тази тераса и съответно вода от другите храма вече. Но пък в рамките на този храм древен имаме още два храма. Една останки на една църква и останки и тази земя, която виждате тук. В комплекса, към комплекса има и три параки, които са строени по времето на Сърчев Тут. Точно от Бога Хом. Так, да, места для других, где будет всем видно. Так, лучше всем перед нами и смотреть за нами на стенах. Один вид такой, который мы хотим вам показать. Смотрите, это фасад храма, или табелон, который мы видели. 6 статуи, которые там стоят. Двое на трончик, 4 стоят на ноги. Один апинеск, который сейчас нету, и вторая, которая стоит до сих пор, видно? Второй апинеск, но прямо все видно, там в тесту гоняет. Так, это план храма, вам видно глазами, что также интересно. Вообще, тут нарисована целая цель этого пилон, он правильный. Отсюда посчитайте со мной, сколько человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 13-я син, който се откуда ми узнали, потому что перед лица каждого там навесно иероглифы, видно? Лицата на всеки са написаны. Отка такая, это значит ца, ца это значит син. Растение суд, ца не суд, это значит син коро, царь или син фараон. И имя, имя. А почему без картуши? Потому что он сам не фараон. Понятно? Это пока принц. Только фараон, который написали его имена, такая форма картуши, например, как видно сейчас перед вашим глазом. Картуши, это и картуши. Только на какой-то собелись, мы картуши. Так, теперь, если можно, давайте за меня, пожалуйста, освободить место для коллег. Тогда место. Наши группа Клеопатра, если можно, чуть-чуть сюда поближе. Вокруг нам сейчас Дерефорон Рамсесе II сидит на троне Египта. Здесь под, на его трончик есть такое изображение интересное. Один человек два раза изображали, у него такой интересный вид. Мужской и женский вид. Что это значит? Парада этому оказывает, как видно, мужской, а груд там – это женский вид. Дамский гордит, это бог. Два пути изображения, одно срещу другу. Это бога на Нил. Бог река Нила, его зовут Хаби или Джаби. А я ему всегда называл, как первый джендер в мире. Джаби или Хаби, то это первый джендер в света. Так. Внизу там, когда смотреть немножко внизу здесь, есть такая форма, как картуш, но это не картуш, просто у ванны такая форма. Наверху люди, на шее есть такая веревка, как видно, на всей шее.
и рок звезд. Это фраг Египта, конечно, но это севера. Египет пленени в най-различни битки и долу в овалната форма, прилищеща на града, ще е изписано името на града, откъдето са пленени. Это которые из Азии, откуда мы узнали через Парада, как видно там у них породу. Сюда посмотреть, из вашего места, и увидеть африканцы лица здесь, видно? Лица здесь африканские, а там из Азии. Почему так? Потому что один раз показали север, второй раз показали юг. Так, теперь давайте поближе чуть-чуть. Эти статуи, которые перед вашими глазами, много которые говорят, это Тутанхамон сделал, Рамсес II сделал. Есть которые говорят, Амхотеп III. Есть которые говорят, нет, это за всем раньше всех во время Среднего царства Амхотеп Монтухотов, извините, II. Но почему так? Потому что мы так заметили, они всегда удалят имя и пишут новое имя. Удалят имя и пишут новое имя. Но самое интересное... Как все стоило, конечно, ужас, страсть. So what the aides are doing? They close the entrance, which leads us to the Holy of the Holies. Look here to the picture. We just made this door recently, 1926. Вода места, которые мне привели сейчас. Когда нашли такое место, было засыпано тайги. Потом, когда нашли такое место, открыли, чистовали, мы увидели здесь этот арка, который перед вашими глазами. Четыре фигуры такие стоят. Я просто бил 10 метров по височинам, там на земле я бил засыпано. И само все проховете на някои слоните с парчали нагоре. Което разкрива тук всичко, вижда тук и рисунки от Так, четыре человека, которые так видно перед вашим глазом, которые рисовали на стенах, которые такая перед вами. Сначала они так думали, это около 150 лет назад, когда увидели. Они думали, это четыре евангелисты. Первоначально я мислил, что это портреты четырех евангелистов. Почему так? Потому что на угле, который там, если вам видно, там есть как стол и много людей, которые там рисовали. Видно? Они так думали, это тайная вечера. Вечера. Поэтому так написали такие много книг, которые говорят, это четыре евангелисты, египтяне рисовали и тайная вечера. Но потом, когда почистовали хорошо, мы увидели, что вот эти четыре человека, наверху, там верхних голов, там есть орел, видно или нет? Потом мы узнали, что четыре генерали во время Римлян. То есть генерали во время Римлян, и там это четыре евангелисты. И там это военный совет. Там и военный совет. Почему так? Потому что римляне, когда захватили Египта, выбрали вот эти места, которые мы находим сейчас, Луксорский храм, как военный база. Или солдаты. Римляне забрали базы, забрали лагерь.
Vedem tot ce vă folcara. Să te chelă și o să o lasă la paia.